Давненько уже не было новых видео. И поэтому сегодня мы посмотрим целых две посылки. Здесь у нас Джокер, и здесь Человек-паук. Начнем с Джокера. Такой серый пакет, не очень хорошего качества. И внутри у нас пакетик с кучей информации разной. И сама фигурка с подставкой. Давайте рассмотрим саму фигурку. Она сделана очень хорошо. Есть принты спереди и сзади. Также есть принты на ногах, на руках. И также золотой пистолет. Единственный минус — это то, что на лице есть небольшая царапинка. Но это не очень заметно. Также после сборки осталась одна запасная кисть. Переходим ко второй фигурке. Это у нас Человек-паук. Фигурка Человека-паука из фильма «Вдали от дома». Сделана она очень хорошо. Есть принты на руках, сзади и спереди на торсике, на ногах. Также есть паутина и очень крутая деталь шлема, которая изображает маску. При желании ее можно снять, и там тоже будет маска Человека-паука. Но с шлемом она выглядит, конечно же, лучше. Также после сборки тут осталась одна запасная красная кисть и куча паутины, которую я не так уж и люблю. Но из полезного тут есть 4 пина с дыркой и один пин такой держак. Ну что ж, давайте подводить итоги. Фигурке Джокера я ставлю 9 из 10 из-за вот этой погрешности. Но сама фигурка очень крутая. А фигурке Человек-паука я ставлю 10 из 10, потому что он не очень крутой. Также здесь есть много деталей. На этом все. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и писать комментарии. Всем пока!